Олеся, здравствуйте. Ну что, сегодня мы сегодня ходили в магазин в Леонардо и купили сегодня вот такой наборчик. А набор называется Тазу Махал. Дизайнер Алина Ирина. 24 на 37. Уровень сложности 3. Не знаю, почему 3 уровень сложности, я сама не понимаю. Давайте мы этот набор с вами раскроем. Но вот это были просто собачки. Смотрите, видите, эти снизочки красивые, смотрите, видите, какая красота. Ну, вот, кстати, мне очень в них понравилось, что здесь они сразу на эти полосочки такие яркие, красивые, смотрите, такие вот такие прям. Диск, кстати, 90 сантиметров. Вот. Так, здесь вот такие ниточки здесь красивые, прям, видите, как прям. Сложенные, красиво. Как будто, знаете, как будто ощущение, как будто они приглаженные. Вот люблю такие ниточки, когда они приглаженные. Так, смотрите, канва вот такого размера. Видите? Вот. Я думаю, она будет класса, наверное, в ширину. Потому что работа все-таки небольшая. Я буду такая канва, она 14-я. Вот. Так, теперь самое главное, смотрим. Смотрите, здесь схемы разные. Здесь есть съезд, романтик, веселый в мире, в Амазонке и Тазу Махал. Вот. И есть веселый бриз. Есть тихая речь. Вот эти наборчики, которые будут у нас высылаться. Вот. Так, давайте теперь посмотрим схему. Посмотрим. Самое главное, это схема. Так, свет по высыванию. Ну, там как обычно. Идет у нас. Так, схема получается у нас в двух местах. Смотрите, здесь у нас первая схема получается у нас бэком. А, нет, получается у нас она высувается совершенно. Да, видите, как у нас схема получается. Собственно, тут идет схема с бэком. Вот у нас схема с бэком. Вот, высувается. А вот тут у нас... это первая часть, да. Есть вторая часть. Вот высыпается, смотрите. Тут у нас, по-моему, тут у нас трех. А вот здесь смотрю. У нас тут так показано. И называется тут у нас совершенно турба с бэком. Но я не знаю, почему здесь уровень идет. Вот, в принципе, здесь высыпается, мне кажется, и ключ есть. Видите? Здесь ключ. Смотрите, здесь ключ есть. Здесь местные цвета. Смотри, здесь местные цвета, здесь 13, вот поэтому и размер сложности. То есть тут получается все бленд, здесь местный цвет получается. Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, то есть 15, 16, 17, 18 цветов. То есть получается, здесь надо высовать с местные цвета, вот, чтобы они были красивые. Это получается у нас вот такой уровень. Вот. Так, здесь мы схему собрались. И вот еще такая схема. Вот эти стопы. А здесь получается вызывается две нитки. Сейчас первая. Вот, вызывается две, получается у нас две нитки. Угу. Вот, видите, получается. Будем работать на схеме. Всем пока, всем до свидания, потом встречи, пока.